Губернатор Олег Кожемяка вручил федеральные и региональные награды жителям Приморья в День России. Торжественное мероприятие состоялось в Краевой филармонии. Глава края поздравил участников с Днем России. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, Днем России. Празднику, которому исполнилось 34 года, как мы живем в новой стране, живем в новых уставах, в новой конституции. И, безусловно, за это время мы с вами пережили многое. Оставалось неизменным одно у нашего народа. Это любовь к своей стране, любовь к ее традициям, к культуре, к истории, любовь к тем славным традициям, которые есть у нашего народа. Безусловно, это преклонение перед подвигами наших предков, которые в разные времена отстаивали ее свободу и независимость. Губернатор вручил медаль ордена за заслуги перед Отечеством, знак отличия Приморья за заслуги, медаль за развитие Сибири и Дальнего Востока, почетное звание заслуженный художник Российской Федерации, знак отличия за заслуги в развитии Дальнего Востока, почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации, медали за содействие специальной военной операции. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.